такой у меня квадратный кусочек ткани. Я развела жидкий цемент. И теперь нужно замочить. Чтобы посерединочке было. Так. Так, заматываем. И вот так. Ой. Так. Вот так вот. Так. Ну и сейчас вот тут разровнять. Так, складочки посимпатичнее были. И пусть немножко подсохнет. А потом я промажу еще раз и сделаю сразу подставочку. Ну что, сделаем сейчас ножку для кашпо. Пусть высохнет. Я развела цемент погуще и сейчас буду промазывать. Все вот. Все нужно промазать. Все складочки. Все вокруг промазать.
все вот так вокруг. Ну, я думаю, высохло уже. Вот тут вот мне трещины не нравятся. Ну ладно. Сейчас попробуем ее вынуть. Кипятком. Теперь мы эту штучку вот положила к цементу, и сейчас мы ее поровней стараемся так вот сделать. Ну а я, пока все это будет сохнуть, покрашу белой водоэмульсионкой. Все равно нужно красить, поэтому, чтобы не терять время, крашу все. А это потом высохнет, так закрашу. Все вот так вокруг, все складочки прокрасим. Кашпо наше высохло. И теперь нам нужно промазать его изнутри. Я развела вот цемент, ну такой жидкий, видите. И прям его туда и выливаю. Вот. И все, вот это, все эти складочки. Все это промажу и оставлю опять сохнуть. Все прям так. О, все впиталось. Сейчас еще разведу. Ну что же, начинаем красить. Я смешала фасадную водоэмульсионку с колером, с красным. Вот, и буду сейчас раскрашивать кашпо. Так, надо, видимо, взять другую кисточку. Что-то это уже старое. Ну, это занимает время, поэтому я не буду. Потом докрашу и вам покажу. А я вот тоже вот сейчас вот дораскрашиваю. Тоже кашпо у меня будет готово. Ну что же, кашпо готово. Не знаю, что напоминает. То ли экзотический цветок. Ну, вот такая вот вещь получилась. У меня розовая водоэмульсионка с колором. И металлик, тоже акриловая краска цвета баклажан. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Будем вместе творить. Спасибо всем огромное за внимание.